И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Яблочко. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы с Димоном были охранниками. Димон еще взял Венома. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ну что, Димон, раз ты Веном, значит у тебя есть какие-то суперспособности, и ты будешь лучше охранять, чем я, обычный челик. Я просто буду дубасить палкой это. Да не, у тебя же способности, ты кушать можешь, им головы, кстати, можешь откусывать. А, ну да, могу фокашку без... Вот, я лысый. Знаешь, где у тебя этот визор находится? На твоей лысине. Я вижу. Включи камеру. Да я вижу, я взял меч, я ж вижу от третьего лица. Пошел отсюда. Да уходи, подожди, мы еще не начали, стопы. Аниматроники какие-то сегодня злые. Мы их просто не кормили давно. Вот, смотри, включай фонарик. Видишь? Он боится, и глаза ему слепит. И он убежал. Ну, так, клацать фонариком, чтобы это убегало. А, клацать, все. Прощай, Дима. Я не хотел, я думал, Димас, ты выбежал. Как ты самого могущественного Венома убил каким-то... Ты когда-нибудь возрождаешься, и тут кто-то стоит, он умирает. Пошел отсюда. Уходи, вонючий. Уходи, закрой. Димон! Тут кто-то насрал на стену нам, кто это сделал? Вонючий такой. Я списал. Так, смотри, у него одну оторвали, отпустили, а вторую оставили. Яблоко лезет. И назад пошел, задним ходом пошел. А, опять пришел. Иди. Ой, мочи его светом. Светофор, блин. Так, все. Так, все нормально. Слышишь, кто-то мне ломает нам стену. А, это Фокси пришел, ломает. Убежал. О, Лефти идет, Димас, в пиццерию, смотри. Закрой. А я иду убивать Димона Покемона и Димас ТВ. А что, Димас ТВ? А я не знаю, что я так сказал. Давай, клацай, смотри, где они там находятся. Волчара, Волчара, свети фонариком в лицо ему. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от Венома уйду. Уходи. Новая современная сказка на наш лад. Плюштрап пришел. Смотри, какой волчара. А, он не может пролезть. В смысле не может, он уже у нас. Да не, у него пятки там. Я угораю, блин. Димон, открывай калитки. Ой, смотри, какой красавчик, заходи. О, чилипиздрик. Смотри, какой красивый. О, он же возле окна стоит, он резко не нападает. Фига резко не нападает, он уже напал. А он фонарик не боится мой, не? Не, ну нафиг, отвали. Глаз нету. Я боюсь. Ну какой у нас плюшевый красавчик. А чё он тут чудит, челик? Прикольный. Фиолетовая штука. Может его сожрать, Димас, а? Я не знаю. А есть мод такой для Венома, который жрет всех? Убежал. Есть, Димас, не знаешь такого мода? Есть, может и есть. Надо смотреть, Димон. Гаррис Мод — это такая игра, что моды выходят каждый день очень крутые. Просто бомбейские. Смотри, Димас, мы сейчас новую дверь поставим. На, фонарик включить надо было, ты фонарик не включил. Видишь, ему глаза слепит. Не включил фонарик. О! У нас, ребята, доработка, мы в Fortnite. О, пусть ломают их. Они не ломаются, что ли? Ломаются! Придавил калиткой. Смотри, нога торчит у него. Тихо, придавило. О, этого раненого убираем. Погнали. Иди отсюда, старик. Иди. Аниматроник. Пердон. Слепит. Ушел. Нет, я его закрыл. Блин, какая-то ночь такая жесткая. Пошел отсюда. Димон, ставь двери. О. И здесь давай. Эй, вы меня прижали. Сюрприз. О. Закрывай двери, блин. Ай, блин! Съели, да. Нас яблоко замочил. Ой, надо свет, Димас, обратно поставить. У нас свет пропал. Ставь. Так. О, Димас, смотри, что у меня есть. Все, я в домике.
Ребята, это угар, я такого еще ни разу не видел. Че, Димас, смешно выгляжу? Димас. Да, надо заскриншотить и скинуть на стенку в стиме. А, ну давай. Ты на ролике видишь, поугараешь хоть. Надо, короче, будет это сделать на превью. Балун бой! Иди отсюда, иди. Выходи отсюда, толстожопый пузатик. Карлик. Там кто-то трется, Димон, смотри. Ого, у него блиндомет сразу видно. Это он ультрафиолетом подсвечивает зубы себе. Красавелла. Кстати, зубы не... Димон, посмотри, кто... Пошел. А-а-а! Смотри, я бошку придавил, мангл. Блин, жестко меня напугали. Ну, кстати, этот, энергия немножко читерская, она еще под стол уходит. Ну, так у нас этот, энерджайзер, новые аккумуляторы. Это батарейки два раза дольше работают, да? Диман, мы можем резко побежать и включить. Да вали отсюда! Димас, ты как хочешь, а я это, тоже не хочу. Блин, что делать? Все, Димас. Что делать? Закрывай! Фонарик! А, кого, чего? Фонарик! Все, меня не видите, они меня не видят, Димас, я в домике. Фу, жесть, они нападают. Так как ты в домике, Веном такой кабан накачанный и маску эту одел? Это аниматроник я, новый. А вы по камерам смотрите? Пацаны, я его захватил, заложники взял. Давай камеры попереключаем. Так, давай посмотрим. Чем смотреть-то будем? Батарейка садится, ну нафиг. Но мы сейчас живем. Спайдер-мод, Димас, у меня есть спайдер-мид. Отойди. А ну, плюй им в глаза. Хапчу! Он ушел, убил его, Димас, походу. Он умер, смотри, его нету там. Он не невидимый? А, Димон, что ж ты дверь-то закрыл? Открывай другую сторону. Есть! Ха-ха-ха, обманули, класс. Ребята, получилось. На 4 кулака. Димас, сколько тебе лет? Мне 5. А, все сходится. А, бежит, сплинтер. Закрывай. Сплинтер. Сплинтер цел. А его надо пустить и закрыть потом двери, Димон, он умирает. Не-не-не, не получается. Ох ты, лобухин. Плююсь, в глаза плюнул. Хорошо, мы тебя все подавались. Все способности Венова, так это плевать в глаза. Офигенно. Так, Димас, что будем делать? Кексы есть будем? Будем. На постер смотреть будем? Димас, что ты все? Кто закрывает? Кто нам дверь открывает? Чепуха какая-то у нас завелась, Димас. Что такое? Пиццерию нам кто-то пусть в хату поселился. Бенди! Я ж голос потерял. Блин, ребята. Открываем на стол. Ставьте лайк за хорошее настроение. Ну и за классную ночь. Похаваем. Такую птицу съедим, Диман. Да? Я живую птицу не ем. Так я веном, я все ем. А, ешь. Для тебя это, мне кажется, просто семечки. Кто-то ржет. Слышишь? Да, слышу. Димон, сейчас батарея скоро сядет. Скример. Меня похавал скример, Димас. Поднимите. Ну пока все неплохо. Довольно-таки. А че их телевизор не работает? Потому что. Потому да отвали! Не, я не успел делать. Ой. Меня может. О, Димас, у нас батарея восстановилась. Угадай, кто это сделал. Я успел! Так. Они меня убили, но я успел. Успел зарядиться. Один, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Angry Panda, King on Fire. Пацанчики, поздоровайтесь. Дидли-дадли-дудли. Здорово, пацаны. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду за аниматроников, а пацаны будут охранниками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Сегодня правила такие. Одна дверь должна быть открыта, но я могу мочить, когда включен злостный режим. Смотрите, у нас есть вот такой вот режим, более нейтральный, и есть злой режим. Вот такой вот, когда я кручусь, глаза у меня злые, и пацаны будут умирать. Погнали! Так, это отключаемся. Все, пока я себя буду добрым ходить. Хожу себе по карте, веселюсь. Эй!
А, вот так. Если вы сейчас будете так делать, я разозлюсь. Злись, бись, разлись, вонючка. Ходим себе, гуляем. Никого не трогаем. Обход по пиццерии делаю. Просто заскриптованно хожу, как будто я днем. Встречаю гостей. Но в любой момент может подрубиться злостный режим. Так, нейтральный режим. Кстати, очень прикольно делано. Головой шатает влево, вправо. Немножечко устало. Так, в этом режиме я бегаю намного быстрее. Поэтому, пацанов, шанс о том, что они смогут закрыть двери, очень мал. Зачем ты закрыл? Открой дверь, дурак. Опа, я злой. Открой дверь. Я злой. А, ну, ты успел. Так, я буду сейчас обманывать. Я должен вас замочить в этом режиме. Бежим. Блин, да ваши гранаты меня откидывают. Чё это за охранники такие с гранатами? Я такого не помню по сюжету. Это светошумовые. А, светошумовые. Эй, одну дверь открывайте, вы же задохнетесь. Так, я могу какие-то еще делать штуки? О! Нельзя открывать двери, я знал, что его... Так, когда я буду убивать, я буду менять аниматроника. О, давно мы Фокси не брали. Так. Погнал. Кстати, насколько я помню, этот аниматроник может по стеклу бить. Пошел вон отсюда. Понял, спасибо. Ах вы заразы, вы сегодня решили меня напугать? Это да. Я вас буду пугать. Ну мы тебя тоже будем пугать. Опа, злостный режим подрубленный. Серег, ой. Ну давай. Да блин, он так долго включает этот режим вонючий. Я должен процарапать стекло. Я тут, короче, пишу это вам на стекле послание. А, ты будешь меня стрелять. Не успели закрыть двери, отлично. Да, открыл, вонючка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение, тем самым продлеваем жизнь. Так, я убил другой аниматроник. Так, Фердюшкин добрый. Музычка играет, все хорошо у него. Так, нейтральный режим. На тебе. Ой, я уже другие звуки издаю. Я сдаюсь, пацаны. А я пойду, уйди, пожалуйста. Хорошо. Вы думаете, так все просто? Не, я вас так... Ах ты, блин, не успел. Так, злостный... Ого, меня откинуло через край карты. Так, ну чё, злой режим. Надо. Вам слышно этот звук или только рядышком? Слышу. Да, слышу. О, я вот так могу стоять. Иди. Через, за стекло иди, держусь. Блядь. Там у меня батарейка слабая, сейчас сядет батарея, открывайте двери, пацаны, я вам пирожков принес. Пирожок с пирожками. Хорошо, я на другую сторону бегу. Серега! Хро! Ах вы заразы, хотите вот так, да, со мной сегодня? Нет. Давай. А мои руки торчат через двери? Да. От говна. Я слышу, как он бросает бомбы. Я знаю. Эй, ты чё палишь? Открывай двери. Не открывай. Зачем закрыл двери? Открой двери. Так, все, обычный режим добрый, можете открывать двери. Тебе не верю. Не, я ж пока переключаюсь, вы успеете закрыть. Не. Хорошо. Я сейчас вас все равно убью. У меня есть способ, как вас наказать. Побежал. Эх. Слышь, я сейчас бомбу засуну тебе в одно место. Куда? Которым ты какаешь. Я тебе засуну в твой рот бомбу, чтобы ты заткнулся раз и навсегда. А по звуку можно определить, с какой стороны, да, я стою? Или звук по всей карте распространяется? Эй, вы чё двери? Не открывайте, открывайте двери. Готово? Банда, беги. Я же закрыл дверь. А, нет, Angry Panda был на воле. Так, меняем аниматроника. О, давайте возьмем по угару.
Пошел, пошел, пошел. Так. Ах ты кексик. Кексик, кексик. Я же не могу вроде мочить. Да, ты не можешь. Ай-яй-яй-яй-яй, можешь. А, могу. Немножечко подъедаю тебе ноги. Давай, открывай. А, ладно, я на ту сторону. Давай на ту. Давай, мы его ждем. У меня 50 хп, вы что такими бомбами там бросаете? Я же умру сразу. Не умрешь. Умру, Серега, 50 хп. Так, сейчас возьму аниматроника. Эндоскелет рулит. Эндоскелетон. Включаемся. Эндоскелетрон. Включение выполнено успешно. Киборг-убийца. Идет. Как всегда, у нас очень классная рубрика. Веселимся. Где? Тут? Да, вот, тут все равно. Ради бога, главное, чтобы с этой стороны не было. Идиот! Скрывай! Ага, обманочка, обманочка. Обманочка, Серега знает, что я буду обманывать. Подожди, какой еще режим есть? Ага, выключенный. Включился. Два режима только. Идет! Три режима. Во, злой. Ух ты, блин. А я не могу их... Не-не-не, не можешь, иди-иди на них. Да блин, вы двери закрываете, я не могу попасть. Конечно. Все, бегу. Давай. Я уже на бомбах стою. Ага, врун. Врун. Да я тебя вижу, ты там стоишь. Ты что, невидимку подрубил? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я на карта... Ого, 2000... Было из 10, короче, осталось 2389. Эх, не хватило все-таки взорвать тебя, да? Да, 7000 жизней вынес. С чем-то. О, я звуки могу классные сдавать. А, не успели закрыть двери. Очень большая скорость у меня. Так, я этим замочил. Нет аниматроников, которые не могут вас убить. О, вот этот мне нравится. Фиолетовый челик идет. Так. Идем к пацанам. Да когда ты успеваешь срать свои бомбы? Ты! Серло! Ай, посмейся, последний. Сейчас, я выключу режим. А, ну давай. Нет, это так не работает. А, у меня нет режима, у меня один режим. Да. Давай, я тебя... открывай двери. Давай, открывай. Хорошо, иди на ту сторону. Блин, надо вас как-то обмануть. Закрывай. Ну, ты что ты делаешь? Ты нас наказываешь? Сейчас мы будем тебя наказывать, да, панда? Нет, аниматроники убийцы. А охранники мстители. Вот так будет с каждым, вот так будет с каждым. Ну, хорошо. Зачем ты открываешь? Ты паша. О, все. Бонька. Мстить. Я добрый. Мстить. Добрый режим. Тебе добрый режим. Вот так вот будет с каждым. Эй, разморажи меня, у меня жопа замерзла уже. Ты меня убил. Разморозь. Ого, ты дурак что ли? Зачем ты? Я сейчас буду вам мстить очень сильно, вы не сможете мне ничего сделать. Он взял поджег меня. Ну больно же. Дима, замороженная жопа, горящая. О, быстрей. Так, злой режим. Это никакой, вот злой режим у нас. Отлично. Так, что нам сейчас надо делать? Если вы будете меня замораживать и убивать, я буду вас через двери мочить. Открывай, заморозь меня. Открывай двери и заморажь, давай. Дай ему не открывать, я ему не доверяю. Открывай, где он? Он тут? Эй, я вижу, где ты там ходишь. Открывай! Сидит. Ну, пожалуйста, открой. Нет, не открою. Не открою, Дима. О, тоже анимация есть. Слышь, что твои копья через это бьет, через стекло? Эй! Копья есть! Ах ты, блин, иду на ту сторону. Ага, фиг тебе. А ты, блин, не хотят.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слышь, вот две двери закрыли, я буду мстить вам. Мы закрыли, открыли. Так как ты убиваешь? Вот что за копья? У тебя что, не титановые, что ли? Да. И я тебе сейчас доста... Открывай двери, хоть одну. Открыли. А вон он стоит. Да ну блин, они все видят, я должен за этого аниматроника вас убить. Да ты задрал, копьеист! Я буду мстить вам сейчас! Мы мстим тебе, мы мстители! Закрывай! Его вижу, вон он стоит! Да у вас две двери открыто! Ой, закрыто! Открыто! У нас две двери открыто, как ты сказал! Да блин, зауперся об текстуру! Ну что за говно! Текстурное! Ну, открыли дверь? Так открывайте калитки! Ого, лампочку колбасит, что за сюда музыка у нас? А я не пройду, да, получается? Ого, ну дамажит. Открывай эту дверь. Сейчас, сейчас пройдет красная граната вонючая. Вы задрали их бросать. Так, будем выжидать, на красоту их мочить. Вот так будет. Мне нравится. Так, меняем аниматроника, убегаем. В жизни у меня много, проскочим. Ого, гранат нафигач. Ой-ой-ой-ой, не могу пройти. Ждем, пока рассеется. Панда, не открывай двери, закрывай, если. А своей рожей палец. Уйдет. О, так я могу лазить. О, прикольно, надо рубрику записать. Кто быстрее лазит. Ну давай, я побежал. У... Так, ребята, взял невидимого аниматроника, который их накажет сейчас. Я его вижу, привет. Каким-то образом меня видишь. А я тебя через тень вижу, ха. Нет у меня тени, я не отбрасываю а уже. А нет, я вижу ее. Ну что, будете открывать двери? Нет, я тебя вижу. Открыть. С другой стороны. Да, она-то открыта, но я же не могу там пройти. А ты пройди. Ой, что-то у вас дверь пропала, пацаны. Читер. Ах ты, блин! Ой-ой-ой-ой, кишки из жопы. Ты своего сородича убиваешь, за что? Серега мочит. Ну все, все, я проиграл. Так, сейчас возьму аниматроника, которого невозможно убить. Это будет настолько... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно не было рубрики «Аниматроники гоняются». Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Димон, я надеюсь, ты придумал классные волны, а мы будем их ловить, убегать и выживать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давай, Димон, удивляй. Димас, а как ты будешь волны ловить? Ну, я не знаю, надо Тане сказать и скачать мод на волны. Хорошо, хорошо. Я готов. Первый давай ФНАФ начнем. Давай, карта ФНАФ 1, значит, будет первый ФНАФ. Так, пока стойте на столах, чтобы они вас не убили. Да. Фух, я уже думал, не бегают. Немножко подиспугался. Так, так, так. Фух, я испугался, оно. Фокси не хочет бегать. А чё, Фокси жирный, что ли, переел? Ну да, такой. Не, он слишком тоненький, проваливается. А, понял. Так. Ой, мало борща. Вот. Мало борща съел. Так, первая волна у нас будет, наверное, минутку, там две идти, сколько. Я не знаю, не в общем, пока... погнали. Все, прыгайте. Пока не останется один живой. Да. Текай! Все. Если что, я буду добавлять потихоньку. Ууу, Димон, это ты подписал, ладно. Я подался, это была тренировочная. Так, осталось, Димас, 3 человека в живых. Первая волна пройдена, я победил. Красава. Блин, я рад, что я выиграл хоть где-то. Так. Мангл ползает. Что за трупейшн валяется? Бегает. Ты еще кого ставишь-то? Не, маринетки рано еще ставить, мне кажется. Ладно, заметили, да, что я поставил? Конечно, это очень жестко. Давай спринт-трапов еще там, не знаю, 10 штук. Не, у нас типа волны будут и по этим... по частям ФНАФа, вот так вот. It's okay. А я сейчас не сольюсь. Все, на счет 3, раз. О, какие шумы там жесткие. 3, погнали. Все, а я убегаю. Уже внизу, Димон, я уже спрыгнул. Димас, вот ты хитрый бобер. А как по-другому, они все равно сейчас прибегут сюда.
Во, здорово! Ты что сквозь землю проваливаешься? Читер, что ли? Опа, там кто-то есть. Оно пришло. А, бежит. Черепиздрик розовый. Есть. Хорошо, я еще живу, пацаны. Вы вдвоем, Серега. Да. То есть кто-то из вас выживет по-любому. Конечно. Так, давайте я добавлю вам аниматроников, а то вы что-то долго живете. Нет, что долго, минуту даже не живем, алло. Что за читер, Димон, так нечестно. Да я добавил всего 10 человек. Да я вижу, там за мной уже толпа гоняется. Серега, ты умер? Да, я умер. А, ну все тогда, Димас, ты красавчик. Я еще живу, стой, дай повыживаю немножко. У меня тут... Давай в подвал ставь еще, пока я не умру. Да, ты все-таки хочешь проиграть. Конечно, я хочу челлендж. Сколько я смогу выдержать аниматроников, убегая. Чисто здесь по кругу. Так, я внизу. Ого, бегут, толпой бегут. Застряли. Опа, а чё не умирают, когда падают? Высоко, видать. Дурачки, что ли, алё? Тяжелые, жирные. Из металла как-никак, вот ты. А чё, где все? Мужики и мужик-чихи. Ха-ха-ха, вы где все? О, Дима, здорово. Давай ставь, я живу. Мало, больше. Не-не-не, сейчас ты это, помрёшь. Нет, хочу умереть. Я хочу, ну, не сдаться. А, вот такашки. Все, Димас? Ну да, это было сильно многовато. Так, отлично. Так, эту волну от третьего лица попробую повыживать. Давай, Димон, фигач. Так, ну чё, получается, Димас, я первую волну выиграл, ты вторую, да? Третью, да. Либо я, либо доктор Дэд. А может я опять? А вдруг я выиграю? А вдруг, ну давай, Димас, поехали, правильно? Посмотрим. Вдруг даже интересно. Бывает только пук. Ребята, пишите в комментариях, кто из нас сейчас выиграет. Так, это тоже из второй части, только это сломан аниматроники. Опа, пошел. Так. Что-то головешка плохо шевелится. Став больше. Ого, они шумят там, шипят, жужжат. Ну все. Димас, я столько вообще ни разу не видел. Ребята, ставьте лайкосик за движушку. Класс. Спускаемся, все. На счет 3, 1, 2, 3. Все, побежали. За столов уходите, да. А я бегу. Я третьего лица буду играть. Немножко убегу. Давай, Димон, я в подвале тебя жду. А я уже в подвале. А, не, я передумал, не в подвале. Нет, Димас, в подвале вообще небезопасно. Да я что-то вот вижу, я... Опа! Снова выиграл. Я выиграл? Да. Спринт-трупы. Большая волна. Ой. На стол забежал. Я еще не начал. Так, давай я спущусь, может все-таки побегут. Мужики, я здесь. Не, подожди. Не, Диман, что-то они не хотят. Чего вы не хотите, пацаны? Не знаю. О, побежали, а что случилось? Что, прорвало что? Диман, знаешь, надо их не между столами ставить. А об стенку бить, чтобы они прям на пол падали. Ну все, давайте, короче, расходимся, разбегаемся. Все, побежали. Пока... Бежим. Беги, Форест, беги. От говнища. Кто из вас остался, Серег? Я живой еще, Димас. Так, давай, марионетка. Получается 6 штук, 8. Так, за кем она охотится, давай посмотрим. За мной. Потом, за кем еще? За то что, я самый рыжий, алло? Вот за мной охотится одна, так. Это за кем? Да алло, отстань! За Димас. Да я что, за рыжий самый? О, на лох! Поехали! Отлично. О, на меня. На! Димас, все, выживаем, мы вдвоем уже остались. Да ладно, так нечестно. Да ты наставь! Димас, ставь много, просто кто умрет, на того она прям переключится, другого, кто живой. Ну ты понял смысл. Ну все, давайте тогда начинать. Да. Раз, давай, три. Димон. Раз, два, три. Оп. Жопу под отрис. Я бегу со всей силы, просто, ребята, без остановки. Димас, третья победа. Я поддался. У нас еще не было волны с кошмарными аниматрониками. О, так а чё? Почему не было, Сир? Ну вот, а я вот, а кто я? А не кто знаю. Ты, Сир? Да. Давай. Пастер. Родитель покемонов, фигач. Ого, я их что-то очкую, Димон. Большие, да, ребята? Да, они тусуются, надо музыку наложить только классно.
А они все агрятся на Димона почему-то. А ему, он сейчас к нам прилетит и тебя убьет. Димон, смотри, какая дискотека под тобой крутецкая. Они, короче, вот эти аниматроники, они агрятся на того, кто ближе всего. Я понял, я понял. То есть, если к вам подбегут, то они будут вас гасить. Ну чё, прыгаем всё, на счёт три? Гасят папирусы. Давайте, раз, два, три. Трис, погнал. Гасят Пеннивайза. Ты хитрый жук, Димон! Ты прям мне на голову запрыгнул, ах ты жучара! А чё ты сюда прибежал? Они там за Серёгой охотятся, не? А чё они не идут сюда? Мы тут. Мужики! Блин, зря выбежал. Тебя убили, Димон? Конечно. Так, я живой. Ладно, я выживать не могу. А, Димон, я живой! Оно рядом шмякнуло и не убило меня. О, они не идут, Димон. У вас баррикады. А куда они ушли, кстати? А я не знаю. За нами же бежали. А, Димон, сзади! Вас это весело. За тобой все пошли, да? Сзади этот кошмарный. Да ну нафиг. Чиглубухи! Нет, нет. Димон, смотри, я сижу, я живой. Я сбежал. Вот это было весело. Димон, а мне понравилось. Они со всех сторон окружили. Тебя тоже убили? Меня нет, я убежал. Ах ты хитрый жук. Хитрый жук. Жук-паук, я на сцене. О, я вижу тебя. Они на сцену, кстати, могут забежать, если их направить чуть-чуть. Так, ой. Ну они все равно тупые. Ой, тупые, останьте. Диман, я в мастерской жду тебя, приходи ко мне. Тут никого нет вообще, пусто. Беги. Бегу! Давай, тут пусто. А где мастерская вообще находится? Возле сцены, с правой стороны. Ай, быстро по партам. Давай, давай, давай. Ой, да ну нафиг, тут люди. Плохие кошмары. О, жгиот его медь. Да ладно, читер ты. Они тусуются так, по-своему. Эй, ребята, я... Ух ты, лай! Дима, с двоих! Ого, я прям даже немножко дернулся. О, Димон, я нашел такую нычку, он меня не убивает. Давайте сейчас добавим марионеток еще. Ой-ой-ой, тихо. Мама мия, только не марионеток. Да не ссы. Марионеток. Все, марионетки пошли, 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 пошли. Они больше меня всех любят. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Кэт Макс и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем поднимать вам настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Серегой будем нападать, а Кэт Макс и Димон Покемон будут охранники. Ну что, ребята, ваша главная ночь — прожить хотя бы полночи и не проиграть. Ваша главная ночь — прожить полночи. Понял, Димас, я выполняю. Выполняйте, пожалуйста, Сир. Плохо нет в Гаррис Мод отдать честь такой анимации, знаешь, было бы прикольно. Есть такая анимация. Да, есть. Есть? Блин, надо скачать этот мод. Короче, Димас, так получается, вы меня пугать будете? Да. Пугаете меня? Ага, понятно. Я сижу, короче, нормально, чика какая так, холодная. Всё. Тихо, успокойся, Кэт Макс, ты у нас самый неадекватный из нашей компании, двух человек. Успокойся. Он псих. Куда пошёл? Нам охранять надо эту фигню, будку. Он сможет. Будку охраняем. Револьвер-то спрячь, у нас тут и грабители пока не водятся. Кстати, Серега, идем нажмем, чтобы у них электричество садилось. В смысле? Вы что, офигели? А, ты уже нажал! Пацаны, у вас электричество садится. Садится, ёлки-палки. Да, тут такая штука. Димон, я специально искал карту, где будет садиться электричество. Я её нашёл. А, ты нажал на дверь, отлично. Я тоже нажимаю. Здравствуй. Ага, вот так, да? А ну, Серега, смотрим. Ага, электричество садится, я вижу. А, иди отсюда, слышишь, ты нам садишься. Всё, я пошёл. Батарейка. Так, давай возьмём. Короче, следи за правым входом, я за левым. Вот там Фокси там уже бушует, коробки какие-то. Ребята, роняет. Так классно играть за аниматроника, так что если вы хотите следующую серию, чтобы я был охранником, а Димон Покемон меня пугал, ставьте лайк. Так, ко мне тут Фокси Димас уже пришел. А, Кэт Макс. С Димасом я уже не выживаю, печально. Димас меня пугает. Кэт Макс, смотри за правой стороной. У меня тут вообще печально, у меня тут Фокси. Ты чё? Башка, пошла отсюда. А, кстати, у нас камеры работают? Ой, ты, блин, иди отсюда, иди, башку свою убери отсюда. Башка пролезает, у него башка лезет. Серега, у них электричество не садится.
Садится, у нас тут зелененькая капсула какая-то протекает. Сейчас мы помрем здесь. Так, ладно. Ладно. Не будем их сильно убивать. Вижу, там кошмарные. О, еще спрингтрап на сцене сидит. Офигеть. Видите, ребят? Это вообще жуть какая-то. Все, его нету, спрингтрапа. А что здесь спрингтрап вообще делает? Какая часть? Вторая? Да. А здесь все части. Это ультимейтка. Как нам понесут? Ты убил его дверью своего же охранника. Я так давно не ржал. А, ты шо? Офигеть, тут Бонька пришел из какой-то кошмарной части. Ты откуда, друг? Давай-ка вот так палочку возьму, типа я охранник. Батарейка садится. А, уходите, батарейка садится. Все, уходим, Серега, давай отступим, давай обдумаем тактику. Пусть они двери откроют, подожди, не спеши. А как посмотреть, сколько ночь идет? Короче, время у вас там идет или нет? Самое главное, что она идет просто, и все. Понял, все. У нас Фредди на сцене сидит, ух ты. Опа, ушел, сразу улетел просто отсюда. Димас. Ого, это... Волчара идет, пацаны, готовьтесь. Слышите, это... Пошел отсюда! Убил двоих, а вы что, дверь не закрыли? Не, а у него сильно быстрый. Ну я вас предупредил, что волчара идет. Ого, тут волк. Зубами щечел. Он нам хату... О, башка твоя пролезла тут. Там... ты как сюда залез вообще? Иди отсюда. Как ты сюда пролез? Серега, я тебя вижу. Как ты сюда залез? Ну ты здоровый кабан. Жиробас, иди отсюда. А как? О, варенятка. Так, давайте по камерам побегаем. Так... Здесь у нас на камере все нормально. Вот тут марионетка на камере. Она там спряталась за стеной. А я как по правилам канонам стою здесь. Марионетка вообще-то так не ходит, если честно. Так. Она просто прошла, вспомнила, что кое-что надо еще. Так, все нормально? А че свет не горит? А это что за гопник тут идет, ходит? Ого, здоровяк, иди сюда, тут пришелец какой-то. Пришелец! Ого, как он сюда пролез вообще, этот разъем, блин, проем? Hello. Опа-на, друг мой. Братан, ты как, братан? Как хорошо тебе? Получай. Ай, больно! Ну, меня вообще дверью придавило. У меня больнее было намного. Так, Балун Б не пускают, хорошо. Открываю хату. Опа, у нас тут никого. У нас тут чистенько. Ты можешь меня не закрывать дверью, пожалуйста? Я умираю от этого. Кстати, у нас это красная... Вот зелененькая штучка уже половину пропала. Опа-на. Опа-на, это кто? А ты кто такой? Это Балун Б. Не-не, вон, смотри. Опа, блин. Плюш, так нужно его фонариком отпугивать. Ты боишься фонарика? Вот, это на тебя свечу, говню. Эй, вали отсюда. Вали отсюда. Я буду светить впритык прям. Клацай, он убежал. Этот здесь. Я тебя не заметил. А я стоял там долго, думаю, не видят меня. Ты мог забежать, короче, в хату нашу и закрыться здесь. Они энергию пополнили, что ли, или чё? Нет, у нас тут она заканчивается. Что долго? О, бей этого сопляка маленького. Я ухожу, я маленький сопляк. Они меня бьют, это я маленький сопляк. Так, сейчас я буду большим сопляком. Опа. О, ты красавчик. Я знаю. Я большой там у тебя на экране, да? Ой, давай экран. Как так-то? Откуда? Ты чё, дверь не закрыл, что ли? Давай, Кэтпак, залезай обратно. Ты с ним на кулаках не поборешься, бесполезно. Он тебя, блин, сожрет сразу. Опа, а это Балора. Надо не шуметь. Закрывай, она, блин, быстрая. Спортсменка. Надо просто... Она балерина, да? Ну да. Надо стоять, она тебя... Музыка классная. А если стоишь, она тебя не видит, да? Да, ну типа у нее глаза закрыты. Да, Дима, ты не знал эту штуку? Офигеть.
А, типа она по шуму определяет, да? Да. Даже в Sister Location был. Я чуть-чуть бы тебя убил, Димон, еще б секунда. Я успел. Так, а тут что ты закрыл-то? Димон, я придумал, можно прикольные серии именно по РП каждого аниматроника четко отыгрывать. Да, о, понял, привет, ты что, срал-то? О, я их на камере вижу. А, закрываемся. Их там двое, они там тусу устроены. С помощью этого ключа... Это самое важное. Знаешь, что мы сможем с помощью этого ключа сделать? Завести двигатель и пополнить все запасы. Кто пойдет на эту, на этот риск? А мне видно, как вы там бегаете издалека, прям круто. Я проверил, Димон, можно так убить? Можно. А как ты это сделал? Ты мне в глаза посмотрел. А где твои глаза-то? Где ты? Они там. Где ты? Вон он так. А его тоже можно фонарить. Смотри, это какой-то балунбой не дорос. Балунбой это жесткий такой злой. А, у нас тут ползет ОМОН какой-то, спецназ, быстрее закрывай. Смотри, смотри, пополз. О, какой молодец. Смотри. Террорист какой-то, иди отсюда. Ого, у него тебя маникюр вообще. Ого. Отпад. А! Слышите, вы вообще офигевшие. Так, так, так. Что еще сделать им? Спецназ. Не. Закрываемся. Хату. А, я хотел сбежать. Нет, не получится. Валим, закрываемся. Я как знал, что ты будешь убегать. Так, так. А что там делать? Можно же здесь убежать на улицу. Ой, обратно. Извините, вы ошиблись дверью. Идите обратно. Серега, надо дверь сторожить. А я иду, иду убивать Димончика и Кэт Макса. Вот такие дела. Кэт Макс, закрывайся там, сиди, сиди, закрывайся. Как? Электричество кончилось. Кончилось электричество? Все, Серега, не нападаем. Давай тут подождем двери, почекаем. Так, 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 так. Все, они не могут двери закрыть. На! А, как так быстро закончилось, елки-палки. Вон, открой для меня дверь, парт-серверс. Димон, я просто хожу и чекаю, как Димон бегает. Ну, Серега, ну не мочи их так сильно. Токсичные мы. Токсичные, не мочи их. Мама, мы потеряли. Мне нравится, как он шагает, как солдат, вот точно. Та-ра-та-та. Давай, иди, иди. Все, Димас, мы за тебя ключ потеряли. А что за ключ? А, обычный ключ от двери, от двух. А где Димон? Я его не вижу. А он сидит, прячется где-то. Я иду к нему. Димончик, я иду потихоньку. А он в туалете стопудово сидит. Блин, как вообще топ. Я, Димон, готовься бежать в офис. Они энергию пополнили, от жопы. Да? Кэт Макс, ты пополнил энергию? Закрылся аниматроник. Ты что там? Выходи, вот выход. Иди отсюда. Это аниматроник, он просто делает обход. Это аниматроник как охранник, он никого не убивает. Нифига себе. А как ты пополнил энергию эту смешную? А, там есть генератор, я с помощью ключа его открою. А, вот видишь, у нас ключ-то пригодился нам. А где вы его взяли? А, видишь, внизу палка пропала, внизу, видишь, что эта палка там была? Серега, ты нажал кнопку, чтобы энергия садилась? Да. Ага, о, все, отключил. О, у нас мониторы заработали. Так, а что на мониторах пишется? Ага, обозначение. Только все на английском, правда. Все, так. Короче, вы ключ потеряли раз и навсегда. Да и нам не надо, нам и так хорошо. Ну что, открывайте. Нет. Да не, спасибо. Не хотят, да? Хорошо, сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас. У меня есть очень добрый аниматроник для тебя. Очень добрый. Тебе он понравится. Закрывайся, Кэтмак, закройся там полностью. Закройся.
Вали. Ай! На тебе! Это был отвлекающий маневр. Я отвлекаю, он мочит. Мне там передал бывший охранник кое-какую вещичку. И что это? Сейчас надо ее использовать, короче, потому что это уже... Нет, Дима, не надо, я знаю, где... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, сегодня мы с Димоном Покемоном будем аниматрониками. И, пацаны, выбирайте сразу от 1 до 5 левел, какой у вас будет сложность. Четвертый. Ой, так вы, конечно, зря выбрали. Ну что, четвертый левел, мы с Димоном Покемоном... Очень злые аниматроники, и все по местам. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Всё. Димон, ты понимаешь, что мы придется просто их мочить жестко? Да, Димас, я занял свою позицию. Получается, пятая сложность не выживешь, а четвертая практически выживешь. Так, все, началось, да? Да. Веселье. Хорошо, Димас. Так. Я, кстати, это какая пиццерия? Какого ФНАФа, Димас? Первая. Ох, так я в первый ФНАФ, Димас, прошел. Я знаю, как они тут живут. Проходил и не знает, какой это ФНАФ. Вот ты молодец. Ну, просто тут, знаешь, атмосфера, ну, такая, знаешь. Димас, ты меня видишь? Да-да-да, это просто же начало только. Где аниматроник? У нас электричество кончается. Уйди отсюда. О, Димон, знаешь, как это получается? Раз они выбрали... Четвертую сложность, как бы четвертая ночь. Что там в четвертой ночи было? Рассказывай. Четвертой ночи? Да. Проснулся Фредди, все аниматроники проснулись. И Фокси уже нападает с часу ночи, где-то так. Так, а у нас только пол первого. Фокси есть. Я понял. А что ты, Димас, черный тут? А, ну а что я? Ничего, я не нигер. Кстати, вы играли в первый ФНАФ, Серега, с это? Да. Это Макс в левую сторону, короче. Ну, то есть вы знаете, да, как Фредди вас убивать будет? Да. Да. Макс, я правую сторону, ты левую держишь. Пошел вон, я тебя видел. я же так не нападаю. Упс. Застрял. Чё за говно произошло? Закрой дверь вот. Так. Короче, я вам даю подсказочку. То, когда вы клацаете по камерам, то есть вы заходите в планшет, вам нужно в первую очередь закрыть правую дверь, чтобы я вас не убил. Ах вы говнюки в гранатове. Уходи. Взрывайте. А, я понял, тут с опозданием они тпхаются. Уходи, ты электричество нажрёшь. Да чё он тпхается так? Карта маленькая. Пищ, я постучал в дверь, они меня не открыли, я пошел. Убийца бежит. Так. Кэт Макс. Все, у вас по 3 жизни, у Кэт Макса 2 жизни осталось. Кэт Макс, ну как так-то, а? Димон, это нравится этот аниматроник? О, бабка. Ничего себе. Пошли, 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 пошли. Мужики, открывайте, есть застрял. Сахар? Сахар есть? Нету сахара, соль есть. О, давай соли. Она не понравится, она большая, она крупная. Давай не соль, мне соль нет. Надо. Присолить там пару человек надо. Засолить на зиму. Хорошо. Я пошел. Бля, не тпхаться здесь очень, ну неудобно. А ну давай от первого лица попробуем, может от первого лица будет круто тпхаться. Ай. Не, все равно не хотят. Ну то ладно. С каждого пака по-разному тпхается, я уже понял. О, смотри, кто к нам пришел, Кэт Макс. Все, я уже ухожу, у вас дверь закрыли, закрыта. Закрыли. Вы не интересны, ребята. Так, Диман, пусть они немножко откроют калитки. Убы кидаются. Фу, смотри, какие наглые. Подарочек. Они мощные, ребята. Гостиниц на Новый год. Прошедший Новый год. Есть! Красава, Димончик, молодец! Ребята, ставьте лайк за РП.
Или не РП, Димон? Я сначала шел, потом начал ускоряться, они не успели закрыть к этому моменту. Красава, ну ты медленный чувак. Я вот так вот шел, потом начал быстрее, а потом как молния. Ты псих. Так, о, кстати, прикольно, аниматроник вот этот возьму. Куда идем? Топаем, нормально. А вот в это измерение, Димас. О, это измерение Зен? Да. А чё мы туда не идем? Это измерение воды какой-то. Измерение W. Так, ты, Димас, чё за собачка? Уходите! А, блин, закрыли дверь, ну ладно. Ну все уже. Середина ночи, да, мне кажется, Димон, или нет? О, вы успели. Молодцы, теперь пора жестко. Хорошо. Я знаю один способ. Они справляются. Не-не-не, сейчас они не справятся, есть один способ. О, Димас, ты им там энергию отключишь? Ну зачем ты спойлеришь? Да они нас не слышат, у нас это, разговор аниматроников между собой. У нас свой язык, понял? Пацаны, не видели тут охранников, не? Нет, не видели. Такие, один в черном плаще, один такой, как дурачок. Нет. А у тебя черный плащ, ты не он? Нет, я его съел. А ты одел его черный плащ? Да, он. А какой у нас секретный пароль между аниматрониками? Мочите его, предатель! Нет. Да! Мочи его! Так, теперь ты, секретная... Это тоже охранник, Димон, мочи! Помогай! Давай, да бегу. Вот он. Ого! Я... меня бьют, Димон! Лазерный мечом по жопе! Что ты? Пошел вон отсюда! Да как, Димон, помогай! Я не могу! Не могу, я... Ай-яй-яй-яй, уже считай полжизни! Я не могу выбраться! Серега, умри! На! Кэт Макса мечом убил! Лека меня! А, как убежать? Я вырвался! Откройте дверь! Я сейчас тут, Дима, спрятался кое-где. Я убегаю! Понял. Фу. Макс, открой, электричество скоро закончится. Так, надо подсерьезнее взять. Так. Серега, что это у тебя за красный ерор какой-нибудь? Давай что-то другое. До свидания. А вы чё шкатулку не завели? А у нас это FNAF первый, нет? В нашей серии есть шкатулка. Они, Димас, успели. Я, короче, стал напротив двери, ну, открытый. Они успели. Макс, у меня есть идея, когда электричество закончится. И что за идея? Есть сфера FNAF и мангал. В нашей части все есть. В нашей, да, у нас тут это, все аниматроники. Не-не-не, это очень жесткий мужик. Мас, я тебя догоняю, смотри. Сейчас я возьму кого-нибудь. Ты стоишь на одном месте, я тебя догоняю. Ты очень быстрый мужик. Это ты звук этот конченый опять издаешь? Да. Телевизор сломанный, да? Это и есть секретный пароль, надо вот так проскрипеть. Ага. Надо вот так вот уметь, да. Вот такие. Если они не умеют, то все. Уже 5 часов, ребята. 5 часов уже? А да. Чё могу исчезать? А у вас двери закрыты, два, и как вы выживаете? Чели? Нет, вот одно сейчас было закрыто. Да нет. А, нет. Серёга, меня видел, то, что тут за углом стоит. О, нет. Страшно. Опа. Услышал, да, кто-то прибежал? Так я стою возле двери, я не буду нападать. Так, уже скоро 6 часов, а это значит... Фокси побежал. Я обманул. Это же 4-я ночь, тут все жестко очень. Димон, молодец. Я вас что, убил? Да. Ты какой-то псих, а как ты это сделал? Я подбежал к двери, нажимаю хавать вас, а вы умираете. О, Димон, выходи на улицу погуляем, тут дождь идет. А, тут улица есть, давай. Да. Вылетай. Я тебя с веселой походкой бегу, ты меня сразу видишь. Да-да, как дурачок, я вижу. О, а что такая пиццерия маленькая? О, там же мужик лежит, давай еще покажем этого мужика. Ну, давай. Что там с мужиком? А он смотрит в окно, отдыхает. Это мы его скушали, наверное, да? Ну, не знаю.
А прикинь, напротив пиццерии с аниматрониками жить, и ты все время. Ну так он происходит. И умер из-за этого, его убили, то, что он все смотрел. Ну да, наблюдателей не любим мы. Мы вас кушали. Не так, Димон, конечно. Два надо одновременно напасть с двух сторон. Ты слева, я справа. Они застроились! А чем? Ой, я могу ломать их, эти калитки. Энергия села, Димон! Димон, я чекаю калитку, я никого не пущу. О, они тут эти, Fortnite. О, Фредди бежит. Привет! Фредди, а куда тебе, а зачем тебе сюда? А я в кухне. Так. Покушаем его? А он неправильный пароль сказал. Он сказал какой-то скрежет. Что за пароль? Ну да, ничего-то не то. Но никого не пускаем. О, что-то скрипит. У него ноги как будто не подлежат его, короче, понял? От первого лица буду играть, так лучше видно. Понюхаю. О, Фредди еще один идет. Понюхаю, это Фредди, только он наш. Но он от нас что-то убегает, какой-то странный. Фредди, не знаю, да, он странный. Опа. Да, смотри. Опа, это спалился, он это на меня. Есть. Очень много поддельных Фредди, ты заметил? Фейковых, надо как-то проверять всех. Я в основном, знаешь, только Фредди поддельный, остальные все нормальные. Ого. А, то на улице гром гремит. Так, тут братишка мой ходит, привет. Стоит. Я пошел дальше. Опа. О, все. Еще один привет. Фредди. Привет. Привет, миссис Чика. О, фантайм Фредди. Как ваше здоровье? Хорошее чно. Ну что, Димас, мы кто? Мы победили? Все, давайте, пацаны, выиграет сильнейший аниматроник. А кто проиграет, тот слабый аниматроник. Одного уже съел, Димас, я. Одного уже сожрал. Понял. Ого! Еще одного сожрали. А, ладно! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Вы написали в комментариях, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Ну что, сегодня мы с Серегой охранники, а Кэт Макс и Фокси будут нас пугать. Все начнется, когда я нажму здесь кнопку. Все, ребята, ночь началась. Ставьте лайкосики, если пьете и кушаете. Приятного аппетита. Серега, ты готов? Да, я всегда готов. О, так ты взял шерифа. Пацаны, ну что? Все просили, чтобы аниматроники были хардовыми. Опа, там кто-то стоял, я видел. Отлично, это отлично. Бонни. Блин, давно мы не записывали эту рубрику, даже нравится мне. Так, смотри. Сидит старый пердун. Ля, какой черт. Красавчик какой. Ушастый. Ушел, эй. Здорово, как дела? Натя, по Димас. Голове. Уходи! Уходи! Блин! Глупи ее! Блин! Так, Серега, хорошо. Да. Первый, блин, комом. Второй должен уже нормально поджариться. Димас, ты тут? Да. О-о-о-о. На всякий случай, Серега, ловушки для аниматроников. Опа, не нравится. Ого, что там делаешь уже? Ух ты, блин, я испугался. Закрывай калитку. Башка деревянная, уходи. Нормально, давай здесь. О, смотри, Димас, кто идет. А я иду. Стою, иду. Бомбу разминирую и ухожу. Все, пришел, ушел. Давай, Серега, пока их нету, став на этой стороне. Димас! Да ничего страшного. Нет. Блин, классная бомба. Тут она жахает, нифига себе. Это типа C4. Я думал, ты скажешь дедовская. Самодельная. Мада инсам склепав. Из палок и говна. Ой, не ту кнопку нажал. Смотришь по камерам, что сейчас, сейчас происходит. Серега, отойди, я сейчас взрывать буду. Отойди. Оттуда, уходи. Да блин, не ту кнопку нажимаю. Отходи сейчас. Ух ты. Короче, ребята, нам нельзя ничего давать. Мы все взрываем. Убийцы пиццерии. Нормально, пойдет дальше. Ух ты, какой там мордяшку, ох. Я свечу на него, я свечу. Да уже все, морду мне избил. Вот это он быстро меня убил. Фу, ё-моё. Вот это жахнуло, Серега, жестко прям. Отлично. А я знаешь, Димас, как сделал? Идет, идет. Фокси стоит, убежал. Хорошее Димас. Прохождение. Смотри по камерам, что я сейчас сделаю, я вообще... Ой-ой-ой, нет, ну нафиг. А куда смотреть? Ну, в главный зал. Давай. Я им сюрпризов там понаставлю. Я вижу тебя, Серега, давай.
слышишь пиканье? Нет. Ты бомбы разбрасываешь? Да. Вот это ты псих. Ну давай. Так что нам выходить нельзя. Ого! Фонарик! Фонарик, фонарик. Ушел. Ого! Кто там двери клацает? Это я бомбы ставлю. Да нет, тут кто-то двери нам клацает. Какой-то дурачок, что ли? Кто это? У нас двери заедают, Серега. Сейчас починим. Есть. Да кто двери клацает? Что за дурак это делает? Серега, как это? Я починю ща. Может, кто-то невидимо их нажимает? Я их не вижу. Возможно. Возможно и такой вариант, Димас. Да кто это за дурачок делает? Да уходи отсюда! Вот это жестяк! А как его отпугивать? Че, можем ему по башке с вертушки прописать? Так я уже прописывал. А, не получается, Серега, я видел. А что это за двери-то такие у нас, а? Не знаю. Кто-то их жмет, а никого нету рядом. А все, я починил. Это вот кто жмякал! Там плюштрап с правой стороны сидел, вот жопа. Плюштраповая. Вот он сидит там. Нема никого. Странно. Очень странно. Какая-то пиццерия глючная. Да, и не говори. Ну, мусор, Димас. Я его луплю. Фокси! Ох ты жлоб! Мангл лезет. Давай я будем мочить. Где у нас оружие? А ну иди сюда. Спрингтрап там. А ты что лазишь? Ты же можешь быстро ходить. О, но через стекло мочит их. Не? Не мочит? Нет. Блин, надо говно взять что-то. Чем их убить? Сейчас, сейчас, сейчас. Я взял лазерную О, открывай, я знал, у меня есть граната классная. На, жлоб. Неправильно кинул немножко гранату. Сейчас тут правильно кину. Сейчас правильно там кину. Там марионетка. На. И еще тут кинем. На! Жесть, он нас двоих убил и убежал. Вот блин, а. Дима, сзади. Да отвали ты от нас. Чем их убить? Хорошо, хорошо, сейчас я отомщу. Так, а ну кто там? Серега, ты где? Да я вот сейчас возражусь, у меня залагало что-то. Бывает. Так, кто тут у нас на сцене стоит? Так, пацаны, я пошутил, я вспомнил, мне кое-куда надо. На тебе! Ух! Ну хоть немножко, наверное, жизни отнял. Или не отнял. Хорошо. Я тебя запомнил. Ай, кто-то ходит там. Серега, я за тебя хотел отомстить, но они так быстро убивают и сразу уходят. Ну. Так, кто там жужжит? Кто жужжит? Гашу, гашу, Серега. Жгу, жгу. Ой. Ого, мощный дробаш, так больно. Да за что я добрый наполовину? Убили и ушли. Хорошо. Добрый, да, говорите? Да че ты ходишь, как у себя дома здесь? Это было больно, это было больно, да. Наглые какие-то аниматроники, Димас. Я взял админский пистолет, я буду мстить. Я тоже. Да когда он убивает, я в шоке. Так быстро? О, энергия села, Сережка. О нет. О да, я вышел на охоту. Нет, Серега, беги, просто беги. О, да блин, я ж дернулся, да как так быстро? Еще по голове потоптались. Серега, извини, я видел, кто-то шевелится в коридоре. А ключ-то ты не взял? А мне его не надо брать. Без ключа ж можно. Я успел, Серега, я просто успел. Так, закрываем двери. Все, сидим, немножко отдохнем. Сильно жестко нападают.
присяду поживые. О, давай я тоже посижу. Отлично, мне, сидим. У меня вся спина в крови, варенье. Ого, я думал, ты на спину упал в гомняшки какие-то. Это к деньгам. Здорово, мужик. Ого, два штуки пришли. Нам тут монитор немного подкосили. Ничего страшного, у меня для них сюрприз есть. Сейчас, мужик, я приду. Димас, может взять аннигилятор? Открывай, открывай мне калитку. На тебе! Я живой, все четко. О, да как? Да как пилпак же вроде не проходит через портал? За моей спиной лучше стой. А что у тебя сейчас будет? О, вот это ты четко взял, мне нравится. Отлично. Димас, посмотри, сколько аниматроников там бежит трупов. Нифига себе. А как так много? А я не знаю. А что, так можно было? Ой. Ничего страшного, пожертвовали. Надо было кем-то жертвовать. Ого, подлагивает. О, мама мия. Стой, меня дождись. Карту, за карту надо залететь. Блин, я не успел за карту залететь. А ничего. Вот теперь пиццерия зачищена наполовину. Да, блин, сколько... Ого, видел, как там предметы разлетаются? Это вообще жестко. Да-да-да, это из-за ядерного взрыва самого, по идее. Я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!